Да я музыку настраиваю. Всем привет, ребят. Всем привет. Сейчас я музыку настраиваю. Вообще, как будто музыки вообще не слышно. Слышно музыку? Напишите. На фоне есть музыка? Меня слышно? Слышно, слышно, надеюсь. Что такое громко? 1-1-1-1-1-1-1. Гляну. Алло, 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 всем привет. Вроде теперь нормально. Ну, не знаю, сейчас музыку еще раз настрою. Как я настрою? Она вроде настроена. Сейчас, сейчас, секунду. Блин. Секунду. Не, сейчас музыку включу еще. Сейчас я... Она у меня где-то была. Ладно. А чё, музыки не слышно? У меня показывает, что я слышно музыку. Вот. Нету музыки, да? Блин. Секунду. Блин. Ладно, сейчас секунду, я скачаю туда плейлист целый. Так. Что у меня вообще случилось? О. Сейчас. Ребят, 2 минутки. И будет стрим. Не, ничего мне не надо выдавать. Я специальный аккаунт другой создал, чтобы тут прям выживать круто. She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Так, сейчас вот должна быть музыка. Вот сейчас есть музыка. Я ее хоть не слышу, но вот она должна быть. Привет всем, ребят, всем привет. Всем-всем-всем привет. О, а как ее громко слышно? Сейчас послушаем. Алло, алло. Хотя я думаю нормально. Все, всем привет, ребят, капец, второй стрим на этом канале. Капец, давно не стримил, капец, как-то отвык уже. Всем-всем привет! Сегодня, ребят, что будем делать, ребят? Я хочу выживать. Специально создал другой аккаунт, чтобы тут вообще ничего не было. Буду, ребят, работать, бомжевать. Будем вместе с вами бомжевать. Может, кто-то уже развился, прям бизнесы у вас какие-то тут. Посмотрим, все, ребят. Вот. Музыка появилась, все окей, да, есть. Всем привет! Капец, отвык, капец, стримить. Так, что у нас тут стримит? Нет, не лагает, все отлично. Давайте качество... кадры чуть побольше поставлю. Сейчас я хочу сразу же пойти куда-то работать. Я вчера работал с другого аккаунта,
Давайте сначала сходим. Куда сходим? Я хочу почтальон. Уж там мне говорили, что там много дают денежек. До пункта назначения 131. Ребят, заходите тоже, играйте. Я думаю, многие уже играют. Так, где это почтальон находится? Последний раз в начале мая. Да, ребят, давно стримил. Ну, ничего страшного. Сейчас буду больше стримить, играть. Вот так вот. Так, где это почтальон? Нет, не это. Я хорошо это помню. Молодец. Вот. Вчера, ребят, капец, ролик в рекомендации попал. Шортс, может, кто-то видел. Там 18 тысяч просмотров. Что за сервер? Пиксель Бро, вы что, не знаете? Сервер? Ты что-то употребляешь? А, это не мне. Наверное. Так, и вчера ролик попал в рекомендации, я аж офигел просто. Вот, так. Я, который сижу на паре в шаранге, конечно, пойду играть. Давай, заходи. У меня лето, делать нечего. Вот так вот. Так. Нет, не сюда. Где-то почтальон. Вот это, наверное. Так. Это что такое? Почта. Ага. Нам нужно, наверное, ребят, сюда зайти. Сенсей какой-то. Так. Время 1 минута. Охрана. Нет. Давайте, ребят, самое дорогое возьмем. Коттеджу Аида. Ребят, вспоминаем, где Аид. Нажимаем. У нас есть время. Так, координаты у нас включены. Это где, куда нам бежать? Место минус 483. Это в ту сторону, ребят. 80 высота. 299, да? Окей. Сейчас я все сделаю. Намочу. Куда мне идти, я не знаю. Куда-то вон туда. Знание не узнала просто. А, понял. Нет, просто вчера он только открылся. Так что заходите. 299. Я надеюсь, я успею, потому что времени осталось у меня 120 секунд еще. Ой, 80 секунд. Я в минутах считаю тут уже все. Так, 200 минус... Ага. ДТ математик. 80 высота. 299. Ребят, пишите, заходите. Сейчас вместе с вами будем тут выживать, как можно так сказать. Не знаю, бомжевать. Вот, будем бомжевать. Сейчас тоже заходи. Я вчера зашла, ничего не поменяла. Что не поменяла, не понял. Все, что-то там не поменяло. Блин, куда я бегу? 299. Минус 408. Капец, далеко. Че так далеко? Я же бежать типа не могу. Ctrl нажимаю. Я бежать не могу почему-то. Блин, я надеюсь, я не в тупик пришел. Блин. Ну ладно, ладно. Но я, наверное, уже не успею. Мне так кажется. Я скоро зайду, сейчас ком соберу. Давайте. 8 зрителей, отлично, ребят. Вот так вот. Не знаю, что говорить, давно не стримил. Что-то буду говорить, нести ерунду какую-то. Блин, а я не успел, мне что, ничего не дадут? Типа, все, габелла. А где это? Где Аид этот находится? 200... Я вообще не туда пошел, мне кажется. Да вообще... Ой, ладно. Сейчас. Капец. Ладно, давайте F3 уберем. Ну и ладно, все. Давайте, ребят, пойдем идти куда-то другую работу. Не хочу, что-то мне почтальон уже не нравится. Там надо знать места все, а я еще тут плохо знаю. Снегоуборщик. Снегоуборщик еще пока вроде не работает, правильно? Ну, типа, дойти до него невозможно. Как я понял, значит, еще не работает. Почтальон рыбак. Рыбак. Рыбак тоже не работает. У кого ТикТок есть? Чекните последний мой. Там шок-контент. Там, наверное, музыка. Сапэ, не хочу смотреть. Так. Рыбак. Рыбак. Это только что сборщик цветов. Собирайте в городе цветы, чтобы взять цветок, нажмите левую кнопку мыши. Ага. А левая? Она не собирается. Это, походу, тоже не работает. Ладно. Все починят, ребят, не волнуйтесь. Лесоруб. О, лесоруб я пойду, ребят. Это я вчера работал. Вот эта работа прикольная. Еще шахтер есть. Вот так. Это, я, кстати, смотрел выживание бомжа в России. Ну вот, ребята, это выживание тоже бомжа будет.
прямо про меня. Помнишь меня? Ну, конечно, помнишь. Мир Аватари. Мирная или не мирная? Не знаю, это мирная, не мирная. Привет. Ага, не поняла я. Скоро зайду, сейчас это читал, вижу. Аву забросил, да, забросил. Надоело уже просто. Марьям, привет. Я не Изи, ребят, я не Изи. Изи это Ваня, я Вова. Меня Вова зовут. Я, кстати, смотрел выживание, это читал мирное, ха-ха, да, это самое, круто. Куда я иду вообще? Я на чат смотрю и иду и в ту сторону. Ладно, буду туда идти. Сегодня Дайравы, круто, о чем? Поздравляю. Так, мне это кто-то сказал, а меня запомнил. Это там в чатике что пишут. Ребята, кстати, тут есть казино, хочу сегодня поиграть. Да, я хочу там поднять денежек, так что, ребят, чуть... Сегодня я смотрел, там ставка была огромнейшая, сейчас вам покажу. Где эта ставка? Я только зашел на сервер, это еще мало, там было 4 с чем-то тысяч. Шансом, там вообще 21% чувак выиграл. Просто на 53%. Так, читать бы научились хоть чел. А, кого? Нормальное читание надо мне. Ты сейчас в какую игру играешь, ребята? Я играю в Майнкрафт, вы что, не видите? Я зашел, я пришел, йоу. 10 лет не думала, что она не сдохнет до этого времени, ага. Давай стрим каждый день, но если будет вот такой активчик, хорошо. Я не против. Я тут кругами, походу, хожу. Или не кругами. Короче, надо налево где-то поворачивать. Через это место ты читаешь. То я проснулся, ребят, час назад. Я видос записал сразу. Ваня ушел уже. Мы там по-быстрому записали видос. Я выложил. Превьюха еще месяц назад сделал. Не знал, как записать. Вот и записал. Какую карту из Майнкрафта? В смысле, какую карту из Майнкрафта? В смысле? Это, ребят, сервер Pixel Bro. Заходите вместе с вами, будем выживать. Да, ребят, если баги находите, пишите в группу. Там, кстати, вроде бы вознаграждение будет вам давать, если вы баги вроде бы нашли. Но это не точно. А, ну да, вот. Призы будут. Так. Куда я иду, ребят? Я не... туда-сюда хожу. Ладно. Как это читал? Сегодня, ребят, я хочу еще. Что я сегодня хочу поделать? Сколько у тебя времени, ребят? 10:26. Куда-то я иду, непонятно куда, ребят. Куда я иду? Не пойму. Нет, не в ту сторону. В ту сторону, ребят. В ту сторону нам надо идти. У меня, ребят, 10:26 времени. А у вас сколько? Ну, московское время у меня, как и у всех, я думаю. Ну, может, кто-то, конечно, не московское время у кого-то. Я фигню путаю, не слышу, что я давно не стримил, и я уже не знаю, что говорить. Почему у тебя скин собаки? Это, ребят, скин, как сказать, сервера. Если у вас нету скина, чтобы Стив у вас не стоял, вам ставится автоматически вот такой скин. Я, ребят, зашел с лаунчера просто, со второго аккаунта, чтобы у меня тут никаких привилегий, ничего такого не было. О, а я, кстати, дошел вроде бы. А это что такое? Это... Нет, это не то. Нам надо вот сюда вроде бы. Нам нужно куда-то вот сюда. А куда нам надо, я не знаю. У меня 13... Ого, ребят, у вас время, конечно, вы даете. Где вы живете? Где вы живете, пишите в чатике. Хотел сказать, в комментариях. И в комментариях пишите. У меня на улице дождь уже какой день? Дождь? У меня, кстати, какая-то погода странная. То дождь, то солнце. Сейчас какой-то ветер такой, но солнышко светит. О, я вроде бы почти дошел. Да, вот, ребят, вот тут работаем. Если хотите, можете ко мне, ребята, ТПА писать. Я буду вас сюда телепортировать. Подработка, лесоруб. Вот, ребят. Нужно, ребят, дровосек. Вот, покупка топора. Берем. Плохой топор покупаем. И теперь, ребят, рубим дерево. Вроде бы только дуб для начала можно, если не ошибаюсь. А как его рубить? А, ну давайте вот так рубить. Скажи название сервера, который играешь, ребят. Pixel Bro. Давайте, ребят, сейчас скину, ребят. Сейчас, ребят, я сделал. Я IP-ху вот скинул. Заходите, сейчас название чуть поменяю. Там IP-ху по-другому напишу. Заходите сейчас вот сюда. Ну-ка, давай, изменяйся. Ладно, изменится, я думаю. Ку. Бойка или...
кто-то, я не знаю, привет. Вроде бы правильно Ника прочитал? Бойко. Так, давайте рубить дерево, а то что-то не рублю дерево. Я в Казахстане живу, у меня там дождь шел, сейчас солнце. У меня тоже дождь был, но не сегодня, вчера у меня капец дождь был такой нормальный. Но не вечером, а там утром, днем. Ты сейчас на выживание? Ребят, это сервер вчера открылся, он и раньше был открыт. Но тут чуть-чуть много всего поменяли, ребят, это ролеплей, вроде бы, правильно, да, я прочитал. Ребят, тут, типа, жизнь бомжа, или как правильно, я не знаю. Вроде жизнь бомжа, если считать. Так, о, все, давайте, ребят, я сейчас иду к этому дровосеку, к этому NPC-шке. Беру, продаю, ребят, и видите, получаю, ребят. Я 80, ребят, рублей получил, нифига, шутки-ху-ху, да? Это Миша, дурашка. А, понял. Понял, понял. А можно играть на сервере с телефона? Ребят, к сожалению, с телефона зайти нельзя, ребят. Заходите с компьютера, с ноутбука, получится зайти, заходите. Но вдруг, хотя может быть получится с телефона зайти, потому что я помню, как, у кого-то получалось очень давно, у кого-то получалось, но это не просто так нужно зайти, это как-то, ну, сложно, через какие-то сайты там, ну, я думаю, у вас не получится. Так, вот дерево, а, вот эти мое дерево. Ладно. Привет, Анастасия. Ты сейчас наш... А, это я читал? Ого! Спасибо, ребят. Ну, блин, не надо мне переводить денежки, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Больше не делайте это. Я хочу, типа, именно выживать, ребят. Вообще без ничего. Без привилегий, без доната, без ничего. Я просто хочу, типа, жизнь бомжа сделать. Можете, пожалуйста, не переводить мне? Можно через симулятор, не знаю, ребят, через симулятор нельзя, мне кажется, хотя... Ну попробуйте, может получится. Можно зайти без форча? Да, ребят, можно без форча зайти. Это я просто, чтобы шейдеры были, зашел с форча вообще. Чтоб стрим был красивый, картинка была красивая. О, байер вижу, да. Или бир, правильно. Так, ребят, у меня уже так много денежек. Нет, ребят, можно зайти через Т-лаунчер, через... Лицензию можно зайти. Вот. Заходите. Так, я тут... Так, чатик читаю еще. Вот, ребят, телепортируйтесь ко мне, будем вместе сейчас выживать, ребят. Что на меня смотрите, ребят? Давайте тоже добывайте дерево, работайте. Ребят, откроем бизнес с нуля, ребят. Просто без доната, я вам гарантирую. Будет такой бизнес, что вы офигеете. Еще сходим кое-куда, ребят, сегодня. Я вам потом расскажу. Очень секретное место, ребят. Вы продали дуб и получили 40 рублей. Ребят, видите? На мороженое можно накопить. Серьезно. Я сказала пчеле. Что пчеле? Анастасия. Привет, да, Анастасия. Может так, только... Угу. Гляньте, 12 зрителей. Прикольно, ребят. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Будет такой офигенный актив, ребят. Буду каждый день стримить, обещаю. Серьезно. Буду, ребят, активчик поддерживать. Так, надо топор купить. И нужно продать дерево. Сколько мне там для прокачки нужно еще? Нужно срубить еще 9 деревьев, ребят. Или 9 же вроде бы. Или мне показалось. Давайте тут рубить, ребят, потому что тут больше дают. Я вчера это дерево рубил, мне тут больше давали. Ребят, музыку я сам вообще не слышу, ребят, эту музыку я добавил в саму программу, через которую стримлю, она у меня не воспроизводится, она только для вас слышна, а у меня вообще музыки никакой нету, потому что если я сейчас добавлю через себя музыку, у вас музыки не будет слышно, вот так вот, поэтому я сделал, чтобы вам было слышно, я без музыки посижу. Скажи бы же ник, ребят, у меня ник Вова Official, нижнее подчеркивание 2, ребят, в чай можете посмотреть, так, давайте, ребят, не знаю, могу скинуть команду. Сейчас я в чатике и в Майнкрафте скину команду и на Ютубе. Типа Вова Офисел 2. Правильно, шник 2 там? Да, правильно. Вот, ребят, я команду скинул, вы ее вписываете, то. Вот, вот так вот вписываете, сейчас я. Да, вон там. Мне помогают. Так, нет, надо сначала продать, ребят, потому что
Блядь, а мне еще просто дуб дают, прикольно. Типа, который продавать нельзя. Да круто. Так, давайте принимать, ребят. Так. Так, телепортировал? Заходи давай. Блин, а как тут... Блин, тут бы земельку поставить, чтобы если упал, вернулся. Челка, где все модеры? А они у тебя есть вообще? На это намеки, да? Давайте модерку дам. Только никого не бань, просто модерка. Сейчас смотрят 12 человек. Да, ребят, 12 человек, ну, мне пишет 11 уже. Ничего, мне этот клип тоже нравится, в принципе. В принципе, это вообще обалденно. В принципе, это вообще супер-пупер. Просто супер-пупер. Нет, если стрим вдруг будет лагать, что-то будет с ним не так, пишите, ребят. Пишите, я все исправлю. Если там вдруг что-то залагает, музыку будет не слышно, пишите, я все исправлю. Ребят, сегодня я поработаю еще на других профессиях. Сейчас, ребят, этот топор сломается, я куда-то в другое место пойду работать. В принципе, ребят, я уже заработал, если так посчитать, 300 рублей. Вот, ну просто мне 2000 перевели, нечестно. Зачем мне их перевели, я не знаю. Ясно. Привет. Так. Там все уже летают, какой-то там уже креатив есть, там уже вообще. Все, ребят. Нужно покупать новый топор, но я это делать не буду, ребят. Я иду работать. Вроде бы тут... Кто тут есть? Тут поблизости есть шахтер или это не тут? Сейчас я посмотрю, где шахтер находится. Фракция-то мне не надо. Ой, не надо мне фракции, нет. Подработки. Чела, а подарок группе забрать? Это честно? Там, видимо, просто добавили подарки. Надо проверить. Кстати, сейчас в описании группы еще оставлю. Секундочку. Ребят, сейчас я кое-что хочу проверить. Так, заходим сюда. И куда нужно написать? Где тут подарок? Где мои подарки? Где мои подарки? Может, типа, написать надо? Типа, хочу подарок? Что такое вроде бы? Хочу подарок. Ребят, пишите, хочу подарок в группу. А, нет, еще не добавили подарки. Пишет бот. Ладно, давайте, ребят, что другое напишем. Какая-то команда я тут видел. Сейчас я чуть выше пролистаю. В ДС. Алло. Сейчас. Нет. Угу, слушаю. Кого? АК. А, ребят, сейчас я картинку добавлю какую-то, чтобы черный экран был. Секундочку, ребят. Так, пускай пока эта картинка побудет. Так, типа, у нас... двоеточие и ник, да, правильно? А, и ник нужно еще. Да, вот так вот.
so shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Так, пишем вот сюда. Вроде бы я правильно написал? О, хочу халяву. Подарок. О! Ого, ребята! Нет, мне типа... А, не-не-не, сейчас. Попробуйте написать команду help, пишет. Ну, я правильно написал? Может быть, с большой буквы надо? Нет, не работает. Сейчас. Я не знаю, правильно пишу? А ну, напиши эту команду, а то я неправильно, наверное, напишу. Блин, ну и ничего страшного. А ну стой, может быть все-таки работает? Я походу понял, нужно 3 лайка поставить, чтобы типа получить, наверное. Ну я типа написал типа деньги. Вы поставили 3 лайка, введите команду деньги еще раз, чтобы забрать подарок. Деньги. Ты получил 10 тысяч. Так, заходи на зиг, кажется, что получить. Так. Ты получил 10 тысяч, да, зачислили. Офигеть! Ребят, все. Сейчас тоже можете так делать. Ставите 3 лайка, ребят, за последний день на посты. Сейчас экран включу. Вот видите, плюс 10 тысяч вообще на халяву. Так это я вам не буду показывать. Или показать, как типа это работает, да? Лучше. Ребят, смотрите, заходите в группу ВК, Пиксель Бро. Сейчас, ребят, в описании вроде бы я добавил. Или не добавил. Сейчас, ребят, ссылку покидаю. В описании группа ВК. Так, в описании, ребят, добавил, сейчас ссылку скину. Евгения, привет, ребят, ссылка в чатик есть, приходите, ребят, пишите в личное сообщение группы, что там надо написать сначала. Подарок, просто подарок пишите, пишите подарок. Потом, видите, тут пишет вам ту-ту-ту-ту-ту. Нужно, ребят, написать слэш деньги, слэш и деньги. Пишите эту команду, потом вы пишите... Потом вы должны поставить 3 лайка, ребят. Если вы, например, уже лайки ставили за последний день, например, вот видите, я вообще тут не ставил. Вот сюда поставил лайк, потом вот сюда поставил лайк. И вот сюда вот 3 лайка, ребят. Ставите 3 лайка за этот день, за сегодня. И потом пишите еще раз эту команду, ребят. И на ваш аккаунт начисляется 10 тысяч. Ну, для начала, ребят, привяжите свой аккаунт, потому что вам не начислится. Сначала, смотрите, как привязывать. Сейчас я вам покажу. Или тут лучше не надо. Так. Хорошо, ребят, вот пишите привязать, просто привязать пишите в группу. Потом пишите привязать и пробел и ваш ник. Потом вам на сервер отправляется код. Вы его, не знаю, у меня тоже он не копировался. Тут, короче, наводите сейчас, покажу, где он. Вот, ребят, видите, нажмите, чтобы скопировать ваш код подтверждения. Он не копируется, он может у вас скопируется. Вот, ребят, код ваш. Берете его, переписываете и отправляете, ребят, еще раз в группу ВК. Вы привязываете и потом делаете то, что я вам до этого говорил, чтобы получить 10 тысяч на халяву, ребят. Вот так вот можете получить. Заходите и получайте. О, Кирилл, привет. Можно заодно покажешь, как привязывать Аки. Ну вот я показал вроде бы. Просто пишите привязать, и там уже вам бот все напишет.
Так, это я вот сюда сделаю. Так, все, я сейчас, я иду дальше работать, ребят, будем жевать. Уже не будем жевать, потому что у меня уже 13 тысяч на балансе есть. Это круто. В смысле, а там еще что-то такое есть, какой-то бот? Рейтинги активности в группе. А что там, типа, топ-1 получает? А. Хорошо. Ладно, ребят, давайте, смотрите, сейчас я иду, не знаю, что тут есть, подработки, оружие, GPS, магазин. Мне надо, наверное, еду купить, потому что у меня скоро... Все, будет смерть, ребят, скоро будет. Можешь стрим с кем-то из ютуберов снимать? Ну, ребят, мне интересно, кто сейчас, интересно, в Дискорде со мной сидит? Давай. А, и ты тут, Кирилл. Да. Как, напишите, как Кирилла слышно вообще? Или его вообще не слышно? Возможно, тебя вообще не слышно. А ну, поговори, слышно тебя? Слышно или нет? Напишите в чатике. Угу. Ребят, слышно было его или нет? Напишите в чатике на ютубе, пожалуйста. Это очень важно. Если его не слышно, то все. Пчелка газировку с одного раза хиляет все. Хорошо, спасибо, что помогаете мне тут осваиваться. В смысле, блин, он... и Настянка была в Дискорде. Вы ее, наверное, не слышали тоже, да? Ладно. А как сделать, чтобы было слышно? Блин. Что делать теперь? А как сделать, чтобы было слышно? Я не знаю. Это сложно. Это сложно. Один, один, один. Я не знаю, сейчас придет, если будет слышно, то будет. Если не будет, то я не знаю, что делать. Ладно, давайте идем дальше, ребят. Бомжевать. Не слышно вроде, понятно. Так, куда я вообще пришел? Какое-то, не знаю, здание, которое я не хочу идти. Куда мне вообще этот навигатор ведет? Я даже не помню, куда я иду. Подработки. О, ребят, бутылки я хочу пособирать, ребят. Вот это я хочу, вот это я реально хочу, ребят. Мне вот бутылки нравятся собирать. Всем привет, ребят. Получайте 10 тысяч, ребят. Я только что рассказывал, можете перемотать стрим на 2-3 минуты и привязывайте аккаунт. Вот, что получить. Не слышно? Да, я понял, что не слышно. Сейчас он отошел, ребят, сейчас вернется и поговорит, если будет слышно, то будет. Пока его не слышно и у меня, потому что он отошел. Я тут все знаю, ага. Бутылки, бомба, честно говоря. Да, я согласен, сейчас буду бутылки собирать. А где они вообще валяются, бутылки? Бутылки в огне. Сначала вроде можно же просто бутылки собирать, потом их типа идти туда сдавать. Или сначала там надо устроиться, чтобы зарабатывать. Как... Ребят, напишите, пожалуйста, что нужно сделать. Сначала бутылки собирать, или сначала нужно подойти, типа нажать там работать? А, вот бутылки, ребят. Собираем, собираем, ребят. Все в дом, все в дом. Ого, 6 бутылок у меня уже почти. Да, 6 бутылок, ребят, есть уже. Вообще отлично. Так, 9 зрителей, ребят, отлично, 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 все супер-пупер. Идем дальше. Идем дальше, так, ребят, сейчас кое-что еще сделаю. Так, это сделал. Виктория, привет, привет, всем привет, ребят. Так что вы пишите, ребят, пишите в чатике, задавайте вопросы, я буду все читать, отвечать. Бутылки, ребят, давайте тут сдадим бутылочки. Сдать все сразу. 119 рублей, ребят, я заработал вообще очень быстро. Это, мне кажется, лучше, чем древесину там, это, рубить. Угу. Так, ребят, сегодня, кстати, видео вышло, потом или сейчас можете идти посмотреть. Не знаю, когда лучше, посмотрите. Там, ребят, очень интересно, ребят, про Изи.
Он там в девочку влюбился, так что можете потом посмотреть, да. Кто еще не видел, посмотрите. Сегодня ролик вышел перед стримом там. Угу, у меня бутылок сколько? Вы, так. Отлично, ребята, у меня сейчас столько бутылок будет. Стрим немного лагает. Прям лагает, сейчас проверю. Один. У меня Вова офишал, нижнее подчеркивание, у него 2. На это с другого аккаунта зашел. Тебя что-то на стриме не слышно, я не знаю почему. Это у меня проблемы в ОБСке какая-то. Блин, ну и ладно. Не знаю, там надо что настроить. Ну хотя я записывал, слышно было. Не знаю, тебя не слышно на стриме. Я музыку тогда включал тоже? Не надо, я бомж. Хотя потом прокатишь. Сейчас я бутылки пособираю, прокатишь меня. Блин, сейчас надо сделать, чтобы тебя слышно было. Алло, ребят, гляньте на какой-то чилке. Он ездит на мопеде каком. Гляньте, миллионер. Ага, банк ограбил, ребят. Ездит теперь. Будет ли новый сериал? Да, ребят, будет. Я думал, сегодняшний это типа мини-сериал. Ребят, да. И возможно сегодня, ребят... Ой, и все ясно. Так, куда нам вообще идти надо? Так, вон туда вроде бы бутылки сдавать. Гнев 777, привет. О, ребят, 16 зрителей, всем привет. Сообщество кинул с эту фигню, ссылочку. Люди начали подтягиваться. Я сейчас продам бутылок, ребят, у меня... Ребят, сейчас идем в казино, ребят, все в казино идем. Абсолютно все, сейчас, ребят, будем деньги поднимать или сливать. Да, у меня миллионер теперь. Сильно. Ну, ты вчера тоже пропадал. Блин, стоишь свойства. Это не то. Не знаю. Сейчас. Включи ты демку, я посмотрю, как у тебя и как у меня. Сейчас, ребят, секундочку, я сейчас решу проблему, чтобы было Кирилла, слышно? В ОБС-ку зайти там. Когда будет новый сериал, ребят, скоро. Я вообще сегодня хотел его записать. Еще вчера хотел записать. Но не знаю, как я запишу, я хотел Жизнь бомжа записывать. Но так как я на стриме выживаю, поэтому Жизнь бомжа будет только на стриме. А так будет какой-то другой сериальчик, не знаю, что следом связано. Я хотел просто, как сказать, сегодня хотел записать. Сейчас, ребят, секунду, сейчас все расскажу. Так, ты покажи мне. Второе устройство воспроизведения, видишь? Снизу. Нажми расширенные свойства. Так, у тебя тут... вот эту стрелочку, видишь? Да, лесни туда. Право. Да, вот так вот, сейчас, секунду. Так, что у тебя там вообще сделано? Не вижу. Нет. Привет. А вот сейчас поговори. 1, 2, 3. Можешь, смотри, дойди настройки. Аудио вот тут поставь. А вот сейчас поговори. 1, 2, 3. О, вроде слышно, ребят, теперь. Все, тебя слышно. Отлично. Ну там галочки просто не было. Чёлка, потом пойдем с тобой поиграем, а то сейчас не шарит на сериал. Хочу научить, не научишь. Хорошо, научу. Пчёлок, давай тоже в КАИК. Что такое КАИК, ребят? Как тут играть? Это... Ребят, это Жизнь бомжа вроде бы. Ну, ролеплей, ребят. Тут выживаете,
покупаете или отработаете, покупаете бизнесы, покупаете дома, машины, деньги тратите на оружие, на что-то еще тратите. Ребят, тут много всего интересного, что сегодня будем делать. А сейчас я хочу покататься на скутере, которого есть у Кирилла, да. Я в банке, ой, в казино жду тебя. А, все, ребят, идем в казино. Сейчас, ребят, я пропишу команду одну. Это, телепортируй меня, да. Ребята, вы прописываете сейчас вот эту команду. А что ты это? А, все, принял. Или идите в казино, или вот эту команду прописывайте, я вас буду к себе телепортировать. Сейчас, ребят, будем тут такие огромные ставки ставить, что просто офигеть. Сейчас будем деньги сливать. Кто-то будет сливать, а я буду поднимать. Да. Найди меня. Интересно, кто же там сидит? Так, ладно, давайте играть, ребят, джекпот. Кто-то там маленькую ставку ставит, прям вообще маленькую. Ребят, давайте ставим денежки. Вот, сейчас будем или сливать, кто-то будет сливать, ребят, а кто-то будет поднимать. Ну-ка, кто же, интересно, какую сумму поставил? Оу, чё там? Ю, да ну, Кирилл. Ну фига такую сумму ставишь. Ну? Зачем 50 тысяч ставишь? Я бы сказал, что это я поставил. А кто? У тебя только столько, у тебя там больше миллиона. У меня нет больше миллиона. А, уже нет, уже слил, понятно. Ладно, ребят, я не буду больше в казино играть. Ну ладно. Ставки жесткие. А это ты выиграешь. Конечно, 57 тысяч. 13 зрителей, всем привет, ребят. Ставьте лайки, давайте. Первый раз за стрим лайки попросил. Да. Ребят, тут какие-то штучки еще есть, игровые автоматы. Тут по мелочи, ребят. Тут маленькая ставка вроде бы. Опа, стоимость. Ребят, сейчас казино, ребят, крутится, вертится. Пожалуйста, Вова выиграл. Ну, понятно. Ура! Победа! Ну и все. Давай, ладно, 100 рублей поставлю. Ага, кто-то там 1000 сейчас. Ну не 1000, там 10 тысяч. Это Кирилл громкий, давайте потише сделаю. Все, сделал тише. Ну и в конце я поставлю, не хочу, что вы сейчас такие суммы будете ставить. Как играть в казино, нажимаете, ребят, на этого джекпот, вот нажимаете, потом выбираете сумму ставки, и все, ребят. Ну лучше, если вы бомжуете, ребят, денег мало, не ставьте, у меня тоже денег мало. Но я хочу просто попробовать, мне интересно. Интересно. Если у вас там 1000, например, или 2, не ставьте, ребят, не надо. Идите дальше работайте, сейчас я тоже буду работать. Будем дальше, ребят, сейчас... Я сейчас эту последнюю ставку ставлю. Где казино, ребят, пишите команду. Сейчас я чарики напишу вам. Десять, девять, восемь, семь, шесть. Кто мне 10 тысяч перевел? 4, ну не надо, ребят. Три, два. Ну ты ну! 1. А я не ставил. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. А я не ставил. Ха-ха-ха. Кто ж выиграет? Бер. Спасибо за 10 тысяч, ребят, не переводите, пожалуйста. Выиграл в казино. Фига себе. Ясно. А чё так много? Чел, создай свой сервер? Конечно, ребят, зачем? Есть этот сервер, на этом мы играем. Зачем другой создавать? Шансов 98%, значит, там просто ребят, уходим отсюда. Он сейчас вообще ограбят. Ну, в принципе, я на 10 тысяч уже в плюсе тут. Тебя прокатить? Давай, прокати. Ребят, сейчас будет бибика, смотрите-ка бибика. А могу я сидеть тут за рулем? А ну дай за руль. Нет, не сможешь за рулем. Да ну стали, ребят. Тебе куда довести? Это ты не меня везешь. А. Я бутылки буду собирать. Ну, садись, быстрее. Иди сюда. Я еще скинул 5. Ну, ребят, нам не переводить. Спасибо большое, конечно. Но я хочу, ребят, играть, типа, знаете, как. Вы же не будете всем подряд переводить деньги. Я хочу, как обычный бомж, ребят, выживать. Давай. Поехали. Ну, жмакай. Уи-уи-уи-у. Чтобы прокатить себе нужны права, чтобы получить права, нужен 1 000 000 рублей. Ага, 1 000 000, а фигушки, не фигушки.
Миллион я еще буду тратить. У меня которого нет миллиона еще. Куда ты меня везешь? Нет, сюда не надо. Сюда не надо на стриме, без стрима тут. Тебя может довести до куда? Сейчас я гляну, куда мне вообще идти надо. Я хочу подрабатывать почтальоном. Еще раз хочу попробовать. Пошли, сейчас довезу. Я помню, где это. Почтальон пешочком. Где? Ты где? Ты где вообще? Поместили какой-то сен. Ну и ладно. А это ведь не ты. Ты где? Там, в том месте. Ну и близко уже, так что не надо. Все, да. Поехали. Ты? Да. Извиняю, у тебя так, сен, зато мне денег перевели. Ну, которые не надо переводить, это не надо. Гача Хаус, привет. Так, ага. Ты сразу на готове будь, потому что сейчас сразу выезжаем по эту посылку отправлять. Поехали до Аиды. Там посерединке. Все, поехали, 500. Поехали. Поехали. Ты знаешь, где он находится? В той стороне, да. Надеюсь. Тебе нужна мэрия. В какой стороне мэрия? Мэрия? А тебе мэрия нужна? Да. А я другой. А вот она. Мне Аид нужен. Это что? Типа дом Аида? Это Аид? Дом Аида нужен? Нет. Да, дом Аида. Поехали. Так. Ого, это люди уже настроили или это было так? Это бы... Блин. Ты... Вот это водила. Ребят, посмотрите, водила какая. Все, вот. Сюда жмакай, сюда. О, 500, ребят, заработал. Просто, видите, такси бесплатно, ребят. Бесплатное такси, ребят. Видите, какое такси? Тебе 1000. Ага, фигу себе. 15 зрителей, супер, ребят. Спасибо всем, кто смотрит стримчик. Я очень рад. Стрим оставлю, ребят, в открытом доступе, не волнуйтесь. Давай еще какую-то посылку отвезем. А там только, типа, самые дорогие, только каиды, да? Или нет? Там 100 рублей можно. Нет, я хочу дорогие. Тут можно за 10 рублей 500 и 50, и все. Ну там цены меняются, там за 150 вроде есть. Посылка для бомжа Каида. Попробуй все. Не, давай еще раз сюда, потому что денег много дадут. Поехали. В смысле? Вы взяли посылку, доставьте ее к коттеджу Аида. Если вы успеете за 2 минуты, то получите награду 100 рублей. В смысле 100, 500, да я должен получить. Ну вот, видишь, обманка. Обманка, ребят. Как ты кумарка? Короче, я тебя отвезу, потом обратно все довезу, потом я отойду позавтракать. Хорошо. Да, ребят, используй Кирилла. Он у меня таксист. Это коттедж Аида? Нет. А чё ты поворачиваешь? Мы сюда заехали. Просто машинка неуправляемая. Какой? Привет. Всем привет. Сейчас кто-то ВК написал. Ты это... Деньги мне должен, косарь. Ага, еще что. Ты знаешь, сколько байк стоит? Это? А не, мне 500 заплатили. А сколько бензин стоит? А почему она мне писала, что со заработаешь? Ну, дали 500. Бах. Все, давай, отвози. Стой, не туда отвози, я сейчас хочу в другом. В шахту отвози. Отвези шахту меня. Да, вот это нахуй, да, ребят? Такси бесплатное. Хорошо. 300 рублей хотя бы. Да, у тебя там миллионы. Какие миллионы? Да. 315 тысяч, подумаешь? Да и всего лишь навсего, у меня 28 тысяч. В тюрьме сейчас отвезу, будешь в тюрьме сидеть. Не надо. Где-то каток. Да, ребят, я катаюсь на ежи. Ребята, мне нужно... Сейчас, ребята, идите тоже в шахту. Сейчас вместе с вами будем там добывать алмазы, железо, уголь. Там все, ребят, будем сейчас добывать. Сейчас огромную кучу добудем. Заработаем миллионы долларов, ребят. Вот так вот. Залетает уже. Спасибо. Я тут постоянно посмотрю, сейчас приду. А, кирка еще нужна, где кирку? А, сверху покупать кирку. Так, вот сюда. Сюда. Вот что такие дорогие кирки.
Так, мне уголь вроде для начала можно только добывать, если я не ошибаюсь. Так, добываем уголь. Еноп, плачу 1к за пчелы, сори, ляма нет. Не надо платить ему ничего, ребята, он обманщик. Аферист еще какой, ребят, не надо ему ничего платить. Кто, я? Я пошутил. Не надо ему ничего платить, себе оставьте, зачем? У него, ребят, денег миллионы там, так что ничего ему не надо. Какие миллионы? Мне туда денежку перевел, спасибо. Не надо, ребят. Фига себе, вы че такие большие деньги переводите? 10 тысяч, 1000. Ребят, ничего ему не переводите. Братья, не переводите, у меня есть свой бизнес, он мне деньги приносит. 10 вот. Тысяч. Да. 20 минут. Видите, ребят, а вы за 6 тысяч можете целый час заработать только. И мы все переводите. Так что, ребят, сами выживать не надо никому денежки переводить. И мне не надо переводить, потому что я увидел, мне кто-то только что 1000 походу перевел. Не, ребят, пожалуйста, я хочу выживать, типа как обычный игрок. Алина, тебе, ой, Кирилл, тебе Алина привет передает. Приветик. Так. 12 зрителей, йоу, моё, ребят, круто, что сказать. Да. Ребят, стрим будет идти часа два, не знаю, потому что, а может и больше. Посмотрим. Потому что у меня тренировка, не помню во сколько, надо посмотреть, кстати. Взгляну, сколько тренировка, чтобы узнать. А, она у меня в 3 часа, ребят, так что стрим будет еще идти, ого-горышки. Еще час точно будет идти стрим, может даже больше. Так, добываем дальше, кто тут двумя кирками добывает, круто, кстати, идея прикольная. Но это не для меня, потому что у вас там и железная кирка у кого-то алмазная, у кого-то еще какая-то. У меня самая обычная деревянная. Идешь перевода чек, не видишь, тебе там миллионы переводят, Кирилл. Или он нашел уже, я не знаю. Так, мне, ребят, надо, еда срочно, ребят, поделитесь едой, я сейчас умру, умру, ребят, еда срочно нужна, ребята, еда, спавн, быстро на спавн, быстро еду покупаем, ребят, сейчас умру. Почему у вас на сервере мало места, ребят? Места много, заходите. Места очень-очень много, ребят. Напитки, какой-то мне говорили напиток. Кофе американо вроде бы сразу много дает. О, да, правильно. Там кто-то подсказывал, помню. Ребят, места много, заходите. Ого, я гляньте, как быстро бегаю. Вот это да, ребят. Я сейчас кому-то ТП кину, ребят. Напишите, кто там находится в шахте, ребят. Кто в шахте находится? Я к вам телепортируюсь. ТПА. Кто в шахте находится? Стой, что такое? Стой, давайте бутылки продадим. Так. Бутылки. Я, хорошо, Скорпион сейчас к тебе телепортирует. Скорпион, напиши, пожалуйста, пакет и мой ник. 15 зрителей, круто, ребят. Спасибо всем, кто пришел, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. На канал моих друзей. Ой, извините, что ударил. Так, ребят, давайте дальше копать. Уголь нужен, нам нужен очень много угля. Ребят, сейчас шахту целую раскопаем. Сейчас тут такие горы сделаем, что просто будет обалденно. Также, ребят, привязывайте свой аккаунт, ребят. Чтобы получить 10 тысяч на халяву, ребят, привязывайте аккаунт в группе ВК. Пишите «Привязать». Потом, там вам пишется команды, что нужно сделать. После привязки, ребят, пишите «Деньги», слово «Деньги» просто пишите. Или «Слэш деньги», не помню. Попробуйте так и так. И потом, там будет написано, что как получить, ребят. Пишите потом. Нет, потом ставите 3 лайка, ребят. Пишите еще раз эту команду. И вам дают, ребят, 10 тысяч на баланс аккаунта. Но это для начала нужно привязать аккаунт. Так, сколько там надо прокачка? Уровень 11. Так, накопать 35 руды, накопано 19. Ага, еще надо много. Почему у вас на сервере это читал? Ребят, пишите в чатике, буду что читать, отвечать.
Вот, так что давайте. А чё я не могу? Чё это фигня? Блин, кто-то вместо меня. Блин, кирка сломалась. Ладно, надо новую кирку покупать. Ну и ладно, ничего страшного. Я сейчас так, видите, на такие бизнесы заработаем очень миллионов много, очень-очень-очень много миллионов долларов. Вот так вот. Что за тренировка, ребят? В спортзал схожу. Немало. Количество игроков вообще на сервере. Количество игроков на режимах. Ничего не понял. Вот, да. Капец, долго копается. Ну чё. Еще чуть-чуть нужно, я куплю другую кирку. Офигенно. Есть, ребята, у кого вообще уже алмазная кирка? Кто с алмазной уже ходит? Есть кто с алмазной ходит? Так. Давайте вот сюда. Ага. А, надо 5 руды максимум можно, окей. Идемте, ребята, продавать. Чуть попозже, ребят, еще на другой работе поиграю. Еще какой-то там поиграем. Поиграем везде, ребят. Сходим, поиграем. Времени, ребят, достаточно. Так что успеем все сделать. Ну, блин, ну зачем вы? Вы нам давно прикалываетесь? За секунду ломаете блок. Так. Ланчер, привет, привет. Ты тоже бомжик, да? Как и я. Вот так вот. Так, давайте вот сюда. Сейчас гляну вообще, что там за видос по просмотрам. Что там уже по просмотрам на канале. Так, вот сюда. Так, давайте идем, типа, продадим сначала. Сколько там просмотров набралось? 61 просмотр, в принципе, пока нормально. Сейчас прошел только. Сойдет. Пока сойдет. Так, все, вроде бы мне можно теперь прокачивать на авто. А, еще 5 руды надо. Вот сейчас один раз еще накопаю. Вот, 5 раз, 5 угля сделаю. И все. И я смогу купить другую кирку волшебную. Главное, чтобы она сейчас не сломалась. Блин, надеюсь, она сейчас не сломается, и не надо будет покупать еще сразу. Так, а, не сломалась. Все, отлично, ребят. Последний уголь добываем. Все, новый уровень шахтера, ребят. Все, первый уровень у него достиг. Сейчас я покупаю, ребят, покупаем. Так, продаем для начала. Теперь покупаем вот эту среднюю кирка, ребят. Ого, круто. Так, что вы в чатике пишите? Привет, лови лайк под тобой. Спасибо за лайк, ребят. Спасибо, кто ставит лайки, кто подписывается. Вот, перекладывай руду во вторую руку, да, ты достигаешь лимит и дальше. А, даже так можно, серьезно? Стойте, а какую мне теперь можно руду копать, ребят? Какую руду мне можно теперь копать? Сейчас я прочитаю. Там какая-то другая руда. Светокамень мне можно теперь копать. О, это прикольно, кстати. Пять, окей. Бу! Так. Делаем вот так вот. Нужен свет, так камень. Так, еще уголька соберем. Так, почему мало места? Ну, понял, в смысле? Где мало места, ребят? Пишите нормально. Капец, у тебя железная кирка? Да. Нет, каменная. Каменная. Так. Мощно. Да. Сейчас миллионы заработаю. Так. Что вы, ребят? Пишите в чатике, буду что-то читать, отвечать. Ого, еще. Ученый не копается, ладно. Давайте лучше светокамень возьмем. Вот так вот, ага. 10 единиц руды, такое можно. Я понял. 13 зрителей, в принципе, отлично. Где? Что где? Это не мне вопрос, окей. Так. Светокамень 28 рублей получил, что-то мало, если честно. Раз. Два, три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Ага.
Так, нам нужен еще светокамень, ждем, пока он заспавнится. Сейчас еще пойдем в другое место поработаем. Может не поработаем, может тоже что-то другое поделаем. Так, светокамень, вот, еще один, вот, все. Идем его продаем. А у меня светокамень пропал. Что за бред? Понимание. 10 штук накопилось и пропал. А как это? Стойте, что за баг? Мне это не нравится. А тут кирка может ломаться, не знаешь? Да-да, может, может. Колобок, ага, колобок. Блин, почему у меня 10 штук исчезло? Потеряние КПР, да, пропадает? А, возможно, я так и сделал. Кирка сломалась, круто. Так, продаем. Так что тут вообще цена продажи 50. Уго, там на 8 уровне вообще круто. Изумрудная руда. Кстати, у кого-то есть, ребята, 8 уровень? У кого, какой уровень? Нет, тут почти у всех, мне кажется. Каменная сейчас. Давайте лет покупаем. Горло уже, капец. Отвык стримить, горло уже чуть-чуть болит. Так, ладно, давайте теперь 3 уголь будем добывать. В принципе, почему бы нет? Почему бы нет? И сразу и это будем еще добывать. Как бы светокамень. Так, добываем. Блин. Ну и ладно. Еще один уголек надо добыть. И продаем. У меня что-то левел. Ого, круто. Круто. Фига себе, у меня только первый. А у меня второй. А, у меня тоже первый. Так. Ага. Котомка, везучая рыбалка. О, круто. Ладно, давайте дальше добывать. Светокамень, светокамень. Если, ребят, еще эта кирка сломается, и я пойду или поработаю где-то в другом месте, или что-то другое поделаем, ребят. Сейчас что придумаем еще? Вот. Пишите, как вам вообще понравился стрим. Ну еще, стрим еще не заканчивается, будут еще, еще целый час идти. Просто как вам говорят, нравится такое или нет? Фу. Я на бом. А, я на 6-м левеле остановился. Маленькая зарплата. Понятно. Ничего. Всем привет, Настя 355, привет. Привет. Тут есть вообще новые зрители, которые с Ютуба просто пришли. Не были на меня подписаны, а вот пришли просто откуда-то с рекомендаций, кто там, конечно, которых нету. Ну или нашли стрим где-то. Так. Продаем. Нет, в принципе, денежки по чуть-чуть капают, конечно, мало, но ничего страшного. Ничего страшного. Так. Давайте еще добывать. Добываем больше. Нам нужно много-много, ребят, угля. Миллион угля нам надо. Прям миллион. Серьезно. Так. Всем привет, привет. 14 зрителей. Продаем. Так, когда мне можно там прокачаться? Следующий уровень. Накопано 116 руды. Надо еще. Еще где-то. Еще 29 руды надо накопать. Прикольно. Все, думаю, это быстро будет. Так. Ладно. Хотя давайте сейчас прокачаемся как раз. 100 кирилл. А почему у нас кирка зачарованная на везучий рыбак один? Не знаю. Странненько. Да. Так, еще чуть-чуть осталось. Точно столько на халяву не надо? Нет, не надо, пожалуйста. Я специально же перешел на другой аккаунт, чтобы у меня тут не было привилегий никаких. Не было много денег. Специально перешел, чтобы тут как обычный бомж был. Да. Сам себя обозвал. Какое название? Чего название? Ребят, сервера? Пиксель Бро, ребят. Сейчас я
API-ху скину, заходите, ребят, вместе с, со мной и с вами, со всеми будем сейчас продвигаться, выживать тут, прокачиваться, бизнесы покупать, машины, ребят, вертолеты, катера и многое остальное. Ты знаешь, сколько самолет там стоит? Сколько? 5 миллионов или 6. Ну, ребят, когда-то купим, я обещаю. Какое название, ребят? IP-ха, вот. Я скинул IP-ху. Заходите. Так. Еще вот эту, вот эту. Сколько мне еще, блин, накопать надо, чтобы получить второй уровень? У тебя уже второй уровень или нет? Да, я третий получаю. Да. Читер, ребят. Хуже меня начал работать. Ну и ладно. Так я еще вчера работал тут. А, ну ладно. Ага. Пишите вопросики, ребят, задавайте что-то, пишите в чатике. Так, надо еще прокачаться. Еще надо 3 руды осталось. Вообще на изи, ребят. Сейчас быстро это сделаем. Так, 1, 2 и 3. Все, ребят, шахтер второй уровень у меня есть. Переносить до 20 единиц руды теперь могу. Ой, у меня первый уровень, на второй коплю вот так вот. Ладно. Все, нубик. Ты пошутил, наверное. Я заблудился. А, нет, оказывается, нельзя, типа, покупать на втором уровне. Нет, типа, кирки второго уровня. Понял? Понятно. Только есть кирка первого уровня и третьего, а второго нет. И поэтому надо на втором уровне достигать третьего уровня. Это сложно, короче. Ничего, сейчас это все сделаем. Так. Кирка надоела ломаться. А сколько там нужно сделать, чтобы прокачаться? Накопано 145, надо 395 руд. Ё-моё, что так много. Ого. Ладно, ребят, я все, не хочу тут что-то уже работать. Давайте в другое место пойдем. Странный ты какой-то. Шки тут еще путешествие за город, образование. Сколько образование стоит? Самое первое. Не помню. Не сходи в школу, посмотри. Не хочу, ребят, в школу идти. Так, да, на вопросы нужно отвечать. Не-не-не, не хочу. Магазин. Мы... Смотри, среднее образование 160 тысяч вроде, не. А высокое 90. А маленькое сколько? Или такого нет? Ну я, короче, когда проходил, у меня деньги не списывались. Не, не хочу. У меня. Ну или я не замечал. Пчёла, еда нужна? Нет, ребят, не надо, сам куплю. Фракция. Такси пешком. А стой, я могу типа стать полицейским каким-то, да? Во фракции. Ты можешь в фракцию пойти. Это как? Тебе нужно в мэрию. Такая красное здание, короче. Ага. А что я там буду делать в мэрии, например? И ты устроишься на фракции, тебе будут денежки в 1000 платить. Сколько там минут? Кто это мне телепортировал? Спасибо. Так. Полиция, мэрия, СМИ, армия, больница. А кем лучше быть? Мы с Кириллом на армейцев пошли. Видишь, я как-то в чатик пишу что-то. Вот сейчас. Видишь, у меня армия стоит. Да. А сколько денег? Вроде 1000. Возраст от 18 лет, это мне. Армия, возраст от 18 лет, полиция, от 18 лет, ясно, малый не повзрослел, черный свет. Тут мне сейчас 19 лет. А как повзрослеть, ребят? Нажми на книжечку. Ага. Потому что... Ну, на книжечку нажми. Нажал. Ну, тебе стрим, погоди, сейчас. На книжечка... И видишь слева сверху уровень и возраст. Нужно заработать 3000. Угу. Ну вот тут все написано, тебе нужно уровень сделать, чтобы повышен. Взрослеть. Уровень повышен. Заработать 30 тысяч, вы чё там? Вы чё?
Не-не-не, до свидания. Идем дальше. Так. Так, что у нас еще есть? Префиксы, этого не хочу. Оружие это рано еще нам. Паспорт это потом. Профиль это уже там вроде все почти сделал. Грузчик. Грузчик работает сейчас или нет? Кирилл. Кирилл. Ля. Можно вообще грузчиком работать? Тебя еще не слышно. Грузчик настройки. Так, мне нужно, ребят, настройку. Александра ПТС, привет. Так, ребят, я иду на стройку перевозить там что, какие-то коробки там что делать надо, короче. Сейчас тоже, если хотите, подходите, да? Это грузчик работы, ребят, на стройке вроде бы, если не ошибаюсь. Он баганый? Кто баганый? Грузчик или кто? Он не работает, ребят, или работает? Я, может, я зря иду туда? Или он не работает? Или он работает? Так. Доход, ребят, мой 0 рублей в 20 минут. Круто. А, ладно, тогда не работает, я понял. Подработки. Где еще не работал? Тут работал, тут не работает, не работает. Снегоуборщик. Я в почтальон ничего хочу поработать. Давайте еще поработаем в почтальоне. Почтальон печка. Принес посылочку. Так. Угу. Что же, друзья? Как вам стримчик, а? Там за мной кто-то еще бежит, я вижу. Ты кто такой? Это Лиза какая-то. Лиза. Всем-всем-всем привет, ребят. Не расходитесь, смотрите стримчик сейчас. Еще может быть... Может что-то разыграем, может быть, не знаю, ребят. Смотрим. Так, куда-то мне нужно идти? В ту сторону, правильно? Нет. Ту надо идти, я понял, все, правильно иду. Нормально все. Все по плану. А куда я иду вообще? Я не помню просто. Я забыл, ребят. Я иду куда-то. Я куда-то иду. Куда иду, я не помню. Я в почту иду точно, ребят. Я иду. Это рынок, ребят. Рынок тут есть. Тут рынок есть, ребят. Серьезно. А что можно на рынке? Торговец. Даже так. Нет, это мне не надо. Идем дальше. Давай на рыбалку, она же не работает вроде бы. Она же не работает. Или работает, ребят. Просто найти ее никак нельзя. Или можно ее просто найти как-то. Магнит, ребят, тут магнит есть. Кого? Ребят, магнит. Мы заходим. Так, девушка, дайте мне тут покушать. Эй. Чего у нее тут? Это. Это нету. Кушать. Угу. Ладно, идемте дальше. Куда же нам пойти, интересно? Блин, горло. Капец, как устало уже говорить. Я не туда иду. Давайте еще по пути будем бутылки собирать, почему бы нет? Почему бы и нет? Где-то тут этот почтальон. Вот, почта нашел. Ладно. Заходим вот сюда. Сенсею заходим. Угочек. Угу. Время 2 минуты для бомжика Алина.
Побежали, ребят, побежали. В ту сторону я помню. Ой, кирка моя, не трогать. Я вроде бы в ту сторону иду. Надеюсь, туда иду. Какая там ставка? Напишите сумму ставки, я, может, сейчас к вам прибегу. Так, вроде бы я туда бегу. Потом вроде направо сейчас поворачивать. 299. Где-то вроде бы обходить надо. Да-да-да, я прав. Но я думаю, я успею. Вот тут уже есть или? Вроде бы туда. Ага. Потом наверх сейчас поворачивать. Налево потом. Как вы так быстро бежите? Я не могу бежать так быстро. Так, 483, 299. Ага. 80. Так, где-то вот там, короче. Аид живет. Минус 483. Я успею вообще? Я успею? Да, я успею, отлично. А где посылка? Посылка где? Где посылка, ребят? А посылку нельзя? Кирку выбрасываем. А чё нельзя? О, блин, слава богу, я успел. Я думал, её нужно типа в руку взять и потом положить её. Она у меня была там в инвентаре. Капец. У меня кофе, кстати, есть. Да. Так, я тут. Отпишите, что поделать на стримчике еще. Просто уже везде, мне кажется, был. Не прям везде. На работах я везде был, где можно. Что еще можно поделать? Сейчас посмотрю. Подарочный набор. Набор банкира. Бомжа. Какой набор? Вы выживать? А тут типа просто выживать можно? Типа телепортироваться и выживать, да? Можно же так или нет? Типа домики там строить, можно же тут? Я ж не ошибаюсь. Кирилл. Пьем, слышно. Пьем. Можно алло. Же. Алло. Можно же телепортироваться? Да, куда-то? Да. И выживать. Ага. Что, может, повыживаем? Ребята, хотите выживать? Или не хотите? Сейчас, я на минуту отойду и вернусь.
Так, я на связи. И я тут. Привет всем. Виолетта, привет. Всем привет, ребят, я вернулся. Ха-ха-ха-ха, что нам смешного. Чёло, ну если РТП есть, то выживать можно. Хотим. Да-да, давайте дом еще поставим. Дом на пол карт. Нет, такое не надо. Что поделать, сейчас подумаем. Питомцы. У меня нет такого, да? Петух, я петуха хочу, ребят. Смотрите, у меня петух есть. Ребята. Какой он петух? Петух исчез. Ну и ладно. Да ладно, давайте тогда что-то другое делаем. Семья, ребят. Прожить игроку встречаться. Нет. Бросить, принять предложение игрока. Нет, такое не надо мне. Ваш профиль, уровень и возраст еще нет. Установить пол мужской. Ну, ясно, не работает еще пока. Образование, работа, частицы. Не надо, скины. МВК. Че, ЛТБ будем выживать? Сейчас я подумаю, может выживать будем, может не будем. Питомцы, магазин. Yes. Так, что тут банк, рынок, автосалон, полицейский участок, квартира, бизнесы. Да не надо, торговый центр, и да. Казино, школа, магазин телефонов, ку, что ку? Кукареку. Казино, ребят, идем. Может в казино это прийти туда? У тебя же этот есть креатив. Прилететь туда можешь? Я к тебе телепортируюсь. Да, это круто. Я сейчас копаюсь. Ну и ладно. Так. Ну думаешь, тепнись. Хорошо. Сейчас идемте в казино, сейчас будем деньги поднимать. А только небольшие суммы ставьте, пожалуйста. Прям огромные не надо. Там 1000-2, ладно, ставьте. Ну не прям. По 50 тысяч, по 25 тысяч. Ты через что в Майн играешь? Через лаунчер. Ну, вообще, я играл через лицензию, но я создал другой аккаунт, чтобы тут не было у меня привилегий, ничего такого. И поэтому вот так, ребят, видите, у меня личный таксист есть, ребят, который меня всегда возит. Да, это Кирилл. Деньги. Хороший человек, Кирилл. Деньги. Кирилл хороший человек. Уход дуб дать тебе. Сользуйте все на какие карты. А почему у меня розыск, одна звездочка? Я разыскаюсь. Понятно. Нет, или это не то? Так. Я говорю, сользу тебя на краи карты. Да, да, и да. Везет он меня. И сам пойду в казино. Денег много. Поставлю сейчас 100 тысяч. Только поставь, и все. Ты что-то уже ставят ставки, давай, 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 давай. Ты не туда едешь. Я знаю, я тебя везу, да. Кирилл. Вот. Шахтёр. Ты нубик, там ставки ставят. Лед, кто там есть? Кто там есть сейчас находится? Напиши. Мы застряли. Напиши ты спаун. Ребят, кто там есть, я хочу с вами играть. В казино кто находится? Кто находится в казино? Кто там находится? Напишите, пожалуйста. Я ставку ставлю. Смешно. Че смешно? Да-да, ставит он ставку. Не в казино. Я свои игры наверное. Ты нубик. Сам нуб. Давай быстрее, быстрее, время, деньги. Блин, я не успел. За тебя. А я бы выиграл бы, наверное. И сколько там ставку поставил? Ну и ладно. Я 500. Слава богу. Ставьте ставки. Поставлю. Ну, ребят, не ставьте прям огромных, пожалуйста. А чё там 50 тысяч, это мало еще. Ну, тут для тебя мало. Давайте 10 тысяч. Больше
10... Нет, давайте больше 5000 не ставьте. Пожалуйста. Ну, если хотите, ладно, ставьте, но... Лучше не надо. Просто у многих нет таких денег. Ну, если ты выиграешь, представляешь, я буду тебе 50 тысяч. Ну и что? Наши зрители, всем-всем привет. Через 30 секунд ставка закончится. И решим, кто выиграл. Я еще ставку не ставил, хочу в конце поставить, потому что сейчас вот миллионы люди поставят, и я не буду ставить, потому что я проиграю. Это же ты выиграешь. Да-да, выиграю. Подкрутка. Мы уже сделали ставку. Нужно под конец ставить 50 тысяч, когда ты поставишь. Ой. Нифига себе там. Ты смеешься. Да так. Это... Ты 10 тысяч поставил? Да? Да. Понятно. Из денежки, ребята. Легкотня. Ограбил все. А чё у меня... А, нет, все нормально. 25 тысяч. Что там 25 тысяч? Ставку 25 тысяч кто-то поставил. Это ты, да? Нет, я 100 рублей поставил. Обманщик. Это он поставил. А знаешь, сколько поставлю? Маленькую сумму, чтобы... Вдруг я выиграю. А вдруг? Ну, вдруг. Ну да, почему бы нет? Если там еще кто-то поставит, прям угожешки хухо. Ребят, мы здесь уже находимся в казино, приходите, играем вместе с вами. Так. Ну-ка, кто же выиграет? Кто же заберет этот весь куш? Вот как вы думаете, голова Вова Official выиграет в этой... И победе! Вова! Ну, вау! 91% моего выигрыша. Ну, все ясно. Бан. Все, не хочу в казино играть. Хочу в эти автоматы поиграть. Крутить. Гринч, Пикачу, Микки, Маус. И что я выиграл? Или я ничего не выиграл? А чё мне ничего не дали? Лохотрон, наверное. Не, всё. Маленькая ставка, надо больше. 5 тысяч. Давай. 15 тысяч. Ёлки-палки. Ну, 5 тысяч прокрутим. Я за 5 тысяч прокрутил. Богаче, блин, что ли? Я минус 1000. 4 тысячи дали. Так, а сколько? Чё ты делаешь? Я не понимаю, что тут должно быть. Не. Это лохотрон какой-то, 5 тысяч тут парфукал. А чё, чё, кто выиграл? А. Игра начнется через 10. 3, 2, идите, дайте ставку, поставлю. Не успел. А можешь сразу ставить? Я тут не по видео. А сколько там ставка? Я сотку поставил. Ты чё? А, я думал 100 тысяч. Ты чё думаешь? Что тут ещё можно поделать? Слушай, вот что такое путешествие? Это типа просто телепортируют куда-то? Да. Чел еще не надумал? Нет. Может, типа выживать? Ты можешь телепортироваться в зиму, в лето. Ладно, пошлите, повыживаем. Пошлите. Ты план. Не, и, ребят, сейчас РТП буду писать. РТП. Ну, нет, не хочу. Кто-то не телепортирует. В принципе, давайте вот тут, ребят. Сейчас я пропишу команду. Как сделать варп, Кирилл? Сет варп, да?
Ну, наверное. Я не знаю. А нету такой команды, походу. А, у меня прав недостаточно, чтобы сделать пару. Ну и ладно. Сейчас пропишу команду, чтобы ко мне люди телепортировались. А ты, у тебя есть права или нету? Кирилл, у тебя есть права? Чтобы варп сделать. Я написал, ребят, в команду в чатике на ютубе и в Майнкрафте. Заходите. Так, блин, у меня бутылок типа много. Это бутылки убрать как-то. Я кинул, прими. Где это? Нету. Нет, ничего ты не кинул. Так, сундук давайте создадим. Блин, это нельзя убирать. Вот, теперь есть пакет и... Принял. Принял. Нету, тебе же говорю. Ланчер, еще раз скинь заявку. Ну, пакет ему ник. Без точки. Так. Какие там ставки вы ставите, Кирилл? Добываем, ребят, дерево, сейчас будем строить огромный дом. Чуть-чуть маленький. Пойдем в шахту, наверное, еще. За алмазами. Хотя нафиг алмазы нам нужны. Мы их купим, если что, в магазине. Сколько они стоят, кстати? Так. Пакет. Держи, ладно. Так. Чей-то, что я хотел посмотреть? Магазин. Сколько стоит что? Цена! 12 тысяч, вы чё там? Какое дорогое. Выйти из магазина. Не-не-не, мне такое не надо, дорогое. Что ему делать? Я просто стрим не смотрел. Посмотри стрим. Так. Кофе. Американо, давайте выпьем. О, круто. Все, давайте, ребят, делаем каменные там кирки. Кстати, нет, тут в магазине же можно купить вроде бы. Только что видел магазин. Ставим вот сюда. Цена. Ну, в принципе, я думаю, можно купить, ребят. Купить топор. Ты можешь купить себе телефон и смски отправлять всем. Не, он дорогой, наверное. Так что я не хочу. Я купил себе алмазный, ребят, топор за 9990. Ай! Я чуть ли не упал. Блин, в глаза солнце светит. Заходите выживать вместе с нами. Так. Ахаха, что такое? Подписывайте вот эту команду. Сейчас. Без точки только. Блин, темно тут. А тут есть мобы вообще? Или нет их тут? Что такое?
Коженик, ребят, Вова official нижнее подчеркивание 2. Я команду в чатике на ютубе написал и в чатике в Майнкрафте, заходите. Я потом буду прописывать типа кепт ваш ник, если вы телепортируетесь к вам. Так вот, пакет. Всем хай-хай. Играем. Зачем вы мне... Крипер? Кто это? Или это кто-то за крипера играет просто? Или питомец, крипер, угол, круто. Сколько какого дерева, ребят, кто камень добывал, пишите вверху, да? Сейчас сундук возьму. А тут сундук уже лежит, точно. Вот, посмотрите, сколько у нас АК. Кто там стак Кати забрал? Верните. Смотрите, что делаем сейчас. Я возьму половинку. Так. Мы... У кого есть... Вот, у кого-то я видел алмазная лопата вроде была. У кого там? Короче, разравниваем, ребят, тут территорию для нашего хауса какого-то, не знаю, огромного дома, в котором будем все жить. Разравнивайте, ребята, у кого есть лопаты хорошие, разравнивайте тут территорию, вот этот уровень, хорошо разравнивайте. Привет, помнишь меня? Да, Наталья, помню. С видосом мой смотришь. Так. А я пойду, знаете, куда? Куплю еще кирку. Магазин. Нет, это не то. Магазин. Да. Кирку алмазную я купил. Пакетов. Зачем вы по 10 раз... Ко мне телепортируйтесь. Я уже месяц на стримах Dash Modder. В смысле месяц? Это мой второй стрим на этом канале месяц. Чё? Так, разравнивать, я пойду в шахту. Что-то добуду каких-то камней. Листайте, может купить их. Я... Нет. Мы бомжики, ребят. Мы будем сами добывать. Делаем вот так. Добываем, ребят, сейчас будет... Это вроде диорит, да? Да, диорит. Сейчас гладкий диорит сделаю. И будем из камня строить дом. И по бокам будет дерево. Добывайте пока акацию, ребят. Акацию добывать, только не переправ... Нафиг бить меня. Зачем ты меня бьешь? Или мне камень... А, ты камень кинул. Спасибо. У кого тоже кирки есть хорошие, ребят, добывайте тут какие-то ресурсы красивые, из которых можно будет дом строить. Извините, модера я выдавать не буду. Я редко модера выдаю. Так. Делаем вот так вот. Добываем. Все сюда пришли помогать. Так, сколько тут еще этого этой руды, не знаю.
Эта руда вроде тоже красивая, из нее можно сделать красивый блок, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, ничего страшного. Добудем ее тоже. Продаю землю. Круто. О, железо нашел, отлично. Отлично, можно будет то, что сделать. Абоба. Опа. Выкапываемся, ребят, с шахты. Выкапываемся. Идем, знаете, куда? Где у меня тут? Ого, вы раскапываете. Молодцы, давайте еще. Не ленитесь. Так. Ого, у меня сколько всего. Полированный гранит еще есть у меня. Также у меня есть диарит еще. Ага. И андезит у меня еще есть, ребят. Целая химия, наверное. Смотрите, сейчас вы пока раскапываете. Мне нужно кое-что сделать. Выбирать это листья, эти листья. Для этого нам нужна зажигалка. Хотя можно как-то по-другому. Вы можете вот эти листья поубирать и как-то, не знаю, там. Какая зажигалка, огнево, не знаю, что-то поделайте. Я пойду еще кое-что подобываю. Сейчас я в сундук положу все, что я добыл уже. Все же тоже в сундук можете складывать. Только не запирайте, смотрите. Все себе. Ага. Ой, упал. Ничего страшного. Так, куда можно еще сходить? Бывайте, ребят, этот блок. Диориты, андезиты. Еще какие-то, не помню название другого. Добывайте. Я пока добуду песок, ребят. Чтобы сделать потом стекло. Или, кстати, может какое-то красивое стекло лучше купить? Чтобы оно было какое-то цветное. Не, ну дорогое, ну чё. Если хотите, ребят, покупайте тоже стекло, кто-то, если у кого-то там миллион, кто-то миллионер, покупайте, ребят, стекло. Это сюда пока положу. А я сейчас буду делать нам тут домик, подготавливать. Для этого нам надо акация. Делаем вот сюда. Это пол, если что будет. Это пол. Так. Прям огромный домик, ребят, будет. Прям огромнейший. Сейчас пол просто ставим, потом будем строить стены. Я добывайте акации, потому что у меня очень мало акации. Добывайте, нам надо очень много акации, прям очень много. Вот. Ребят, просто так не бегайте, добывайте, пожалуйста. Так. У меня есть топор железный, вот, как раз можете добывать. Так, я вот тут делаю вот так. Нужна акация срочно. Ладно. Пока нет акации, я другим займусь. Сделаю разметки дома. Примерные. Вот так вот. Где сундук? Вот этот сундук у нас. Потом у нас пойдет этот диорит, или как вот он. Вверху пойдет у нас просто будет офигенный дом.
Ну что ты сервера выкинула, кстати? Блин, ладно. Да, я думаю, пойдет столько. Так, теперь делаем вот так вот, вот так вот, вот так вот. Там, ребят, тоже расчищать, и мы сделаем огромный бассейн. Крутой бассейн сделаем. У нас прям огромный дом будет, ребят. Прям очень большой дом. Надо очень много ресурсов. Так, думаю, вот так достаточно. Вот тут, слушай, ямы, можете, вот у кого много земли, заделывайте ямы. Так. Что такое? О, спасибо. Но вы тоже делаете, не, я ж не один буду делать это все. Что вы мне все скидываете? Тоже строите, ребят, дом тоже строите, помогаете. Вот видите, я вот контур сделал такой. Вот у кого был, например, белый блок, берете вот так, ставите. Берете вот так, проходите, ставите. Так. Делаем вот так вот. Отойди, отойди, отойди. Добывайте, ребят, ресурсы. Дерево, нам надо дерево. Дерево добывайте. Делаем вот так вот. Здесь зрители, привет всем, всем привет. Что-то просто вынеси. Второй, подожди. Блин. А боба. У моих глаза уже болят. Ладно, пойду сам добывать дерево, так что быть. Так. Дайте еды. Ребят, дайте еды, если можете, кому-то там покушать хочется. Стой, у меня вроде бы... Нет, я выпил уже. Бутылка, нет. Не, у меня нету еды. У меня напиток был какой-то, кофе. Но я выпил уже. Так. Добываем, ребят? Добываем. Так, ко мне кто-то телепортируется. Так, принял. 10 зрителей, отлично. Эй, не надо бить меня. Зачем бить? Чем драться? Все, я дерево добыл. Давайте, ребят, тоже добывайте дерево. Ну что, стоите на месте, ходите за мной. Добывайте.
блоки добывайте, которых не хватает, видите? Контур уже дома готов. Осталось просто все приготовить и поставить все как и должно быть. Так. Так вот. Молодцы, строите, строите, молодцы. Отлично. Не перепутал, это читал. Зачем биться? Спасибо, спасибо. Не, алмазы не надо мне, ребят. Не надо мне алмазы, спасибо. Тебе оставьте. Так, я пока буду следующий этот этап делать. Ребят, добудьте вот этот блок, как он называется, сейчас скажу. Андезит, добывайте, ребят, андезит. Нам нужно много андезита. Добывайте андезита. Прям очень много. Идите в шахту, ищите где-то андезит. Вон, кому-то алмазную киргу предлагают, ребят, возьмите и идите. Где вход? Пока нету входа, ребят. Сначала просто делаем такую коробку, а потом будем уже делать окна, двери, там все будем делать. Для начала просто такую коробочку делаем. Не стойте на... Ну, ребят, ну не стойте на месте. Сундук. Где-то тут был. А, вон там уже положили, окей. Кстати, можете ли брать булыжник, ребят, переплавлять, и будет красивый блок, из которого мы сделаем подвал огромный, ребят. Там сделаем крутые комнаты тоже. Подвал сделаем. Добывайте, ребят, также и обычный камень, и в печке его сойте. Переплавляйте. Так, сюда. Ага. Ладно, пойду тоже в шахту, ребят. Все со мной пошлите в шахту, если вы ждали меня, пошлите. Кстати, ребят, у меня есть идея, нет, стойте. У нас там под домом все равно будет, ребят, подвал. Давайте перед домом, под домом. Вот, я уже не знаю, что несу. Будем сейчас просто копать, просто раскапывать будем. Так. Смотрите, что делаем. Что такое? А, ты этот андезит добыл или как его? О, молодец. Ой, что я сделал. Уже 44 есть, отлично. Сейчас продолжим это делать. Вот сюда. Ой.
Что это такое? Ё-моё. А вход, что вход? Вход потом сделаем, ребят. Сначала сделаем такой квадрат. Такой квадрат сделаем. Так, молодцы. Добываем. Сейчас. Все, я тут тоже, ребят, в шахту. Не в обычную шахту, ребят. Накопаемся прям под домом. Смотрите. Прям тут. Сейчас я лопату куплю. Мне нужна лопата срочно. Или сделать... Сейчас сделаю, ребят, лопату. Даже две лопаты сделаю. Кому нужна лопата, сейчас скину. И тут просто раскапываем все, ребят. Только смотрите, чтобы именно, как сказать, вот где дерево, только там раскапывайте, а другое не надо раскапывать. Да-да-да, вот так вот. Тут у нас будет подвал, плюс, ребят, сейчас добудем ресурс как раз, и будет круто. Тут кто-то... Тут шахта, кстати, есть. Ничего страшного. Раскапываем. Зачем закапывать меня? Пускай свет будет. Так. Пока крышу не делаем крышу. Мы еще не достроили, ребят, стены. Мы стены еще не достроили. Добывайте камни специальные, которые... из которых мы строим стены, ребят. И достраивайте стены, помогайте. Зачем меня убить? Ну иди, нет. Вот иди, смотри, иди и строй. Я не буду сам строить. Нет, иди сам строй тоже. Вот сзади еще возьми, сзади возьми. Вон сзади еще возьми. Стой, 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 не уходи. Тут еще есть 64 штуки. Возьмите, идите туда. Не надо мне скидывать, пожалуйста. Так, тут
Ну что вы стали передо мной? Так. Если у кого-то есть факела, поставьте, пожалуйста, факела. Теперь в ту сторону копаемся. Что там по просмотрам? Дарья, тандезит нужен, все нужно, ребят. Все копаете, все в дом. Все. Сундук потом складывайте или строите сами. Без разницы. Играть, глупо играем БЖ, ау, заметь. А я что, не играю? Я что, не играю? Ну давайте еще. Сейчас, может, какую-то это, на работу еще сходим. Ау, что? Выиграть вместе. А мы же вместе не играем. Ну давай вместе играть, заходи на сервер. IP-ха есть в описании и в название, сейчас скину. Не флоди, сейчас забаню. Зачем меня упасить? Не надо мне скидывать, иди строй. Заходи, заходи. Потом пропишешь ТПА и мой ник. Мой ник Вова Official, нижнее подчеркивание А2. Я приму там заявку. Хорошо, хорошо, заходите. Меня зовут Вова. А вас как зовут? Пишите. Блин, надо факела тут срочно. Ничего не видно. Сейчас лопата сломается. Пойду сделаю. Или вы расставьте факела. У кого факела есть, расставьте, пожалуйста. Вы тут дальше будете раскапывать, потому что у меня эта лопата уже сломалась. А я сейчас пойду дальше достраивать домик. Тимур, пчелы тут челы друг друга, как крысы убивают и бьют. Зачем такое делать, а, ребят? А, вы уже застроили тут? Почти, но не до конца. Вот тут видите, вот этот блок нужен. Так. Ребят, нужен диорит, срочно диорит. А нет, не диорит, не диорит. По-другому, не диорит, другой блок.
Сейчас я скину команду, которую ты пропишешь, чтобы ко мне телепортироваться. Напиши эту команду. Бот. Андезида 300 когда был, а где они? Вот эта такая штучка нужна. И ставьте, ребят, чтобы вот тут вот так вот было. Да, давайте вот тут реально вход сделаем. Только он маленький, это маленький вход какой-то. Какой-то маленький вход, ребят. Нужно больше. Надо очень. Надо. Сейчас покажу вот так вот, вот так вот. Такой вход. Пускай будет. Сейчас, короче, посмотрим, как получится. Стой. Нет, нет, стой, стой, стой. Стой, подожди. Так, это центр вообще или нет? Подождите, стойте, стойте, надо центр выявить. Это, возможно, даже не центр. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Так, 31, 30. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Так, вот это центр, да, правильно, молодцы. Все правильно, значит. На какую версию? 1.12.2 можешь заходить. Всего 9 человек на стриме, да. Ничего страшного, уже просто стрим долго идет. Да, ну, если честно, такое себе. Ну ладно, сделайте как хотите. Не, ну некрасиво так смотрится, мне кажется, ребят. Это ну некрасиво. Ник, ребят, вот, я прописал команду, там ник мой есть. После типа это мой ник. Вова official, нижнее подчеркивание 2. Ладно, сделайте это. Я буду что тут делать. Или уже, наверное, может стрим заканчивать, потому что, ребят, стрим уже идет долго. На следующем стриме продолжим, просто что-то. Не, если хотите, стройте. На следующем стриме посмотрим, что тут будет вообще. Потому что я уже устал. Вот. Приходите, ребят, на следующий стрим. Завтра, ребят, тоже будет стримлю.